Город Орск, Станиславского 1А. Идет эвакуация людей. Примите, что вы виноваты в этой ситуации. Примите этот факт, пожалуйста. И скажите, да, простите нас, рублей. Мы виноваты в этом. Мы не доглядели, мы украли, когда... Давайте откровенно говорить. Туда поездок президента не запланировано. Ну, вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе. Но вот именно по стерляди мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают рыбаки-любители. Как же любители фиксируют, что стерляди стало больше, если лов запрещен? Они... Молодые девочки, студентки должны быть сегодня ориентированы не на получение высшего образования, а на создание на рождение детей. И Литва бы в течение 30 лет, повторив путь белорусский быстрее, может быть, лет за 15, стало бы процветающим государством. Но не клоуна. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд і випуск, присвячений російській пропаганді, їхній кринжатині і, звісно, всьому тому, що вони набрехали про нас, про світ і про себе. Для того, аби нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте так-так авансом, але лишити нам вподобайку. Так выглядят многие улицы Кузнечного. Вода со всех четырех сторон. Затоплена детская площадка, вода подступает к участкам. Внимание! Производится эвакуация! Эвакуация. Больше полутора метров уже. То есть вода зашла уже во все дома. Есть проблемы? Пойдем, подойдем. А он привязанный, по-моему. Пойдешь? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, чтобы не агрессировал только. Он, то, видать, здесь бродил и залез сюда уже. Пойдем, 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 пойдем. Тихо, 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 тихо. Держи, 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 держи. Лодку держи, лодку держи. Держи, держи. Тихо, пойдем, 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 пойдем. Да, держу, 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 держу. Все. Все. Подохла бы животина. Он биркованный у нас. Внимание! Проводится эвакуация. Проводится эвакуация. С питанием, с водой что? Нормально. Помощь нужна? Нет, нормально все? Заявку давали, что мы такие-то, такие-то ущерб. Вот, ну, сегодня мы пострадали, по телефону звонили. Мне сказали, мы вас все зафиксировали, ждите звонка. Да. Совершенно, это вот и есть как раз. Совершенно верно, да. Самое главное, вы обратите внимание, чтобы ваше домовладение, ваша фамилия, телефоны, паспортные данные, все было зафиксировано. Потом, чтобы комиссии было легче работать. Всем, без исключения, нужно покинуть все свои территории. Ну вот, вот здесь двое-трое мужчин соорудили такую маленькую дамбочку. Вот, насколько она удержит, мне вообще неизвестно. Вот, они таскают маленькими лопатками. Если вот это сейчас прорвется, туда все пойдет. Вон она уже начинает там подтапливать, в тех краях. Там вообще все в воде сзади. Короче, нахожусь в зоне подтопления, не знаю, насколько это поможет. Загородил так, короче. Навряд ли, конечно, но возможно. Позакрывал дренажные системы все. Септик заколотил. Чтобы, короче, вода через септик внутрь не пошла, если пойдет.
росіяни брешуть рівно стільки разів, скільки відкривають рота. І це істина не то, яку ми вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, ми це знаємо набагато довше. З 2014 року вони вправно використовують слово, підтасовку фактів і ПСО проти нас. Хоча б почати з історії із розп'ятим хлопчиком. Тож нині вони просто виходять на новий рівень. Хоча і деколи вони самі себе компілюють, повторюють і копіпастять. Одним словом, ми кожен день невпинно будемо показувати, як вони зашкварились, як вони набрехали і перекрутили. Для того, щоб знову і знову це збирати у величезну папочку, яка одного дня обов'язково поїде в Гаагу і спрацює проти російської пропаганди. Ці критичні поводки, можливо, ще не достигли свого піку. Ситуація продовжує розвиватися. Зараз не час оцінки ставити. Це перше. Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных вылетел срочно министр Куренков, он находился там. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано. Ну, вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации. Структура работала бесперебойно, хватало и холодильных мощностей, и логистические отправки шли достаточно хорошо. Владимир, хотел бы вкратце также сказать важное направление для нас – аквакультура. Мы стартовали давно с достаточно низкой базы, но был принят закон о развитии аквакультуры. После этого в два раза удалось нарастить объемы производства. Мы на этом не останавливаемся. Наша задача в стратегии стоит к 2030 году до 600 тысяч тонн достичь этого результата. В целом. И еще хотел бы сказать, что важное направление для нас – это, конечно же, не только использование, но и сохранение запасов. Работает сейчас 106 государственных рыборазводных заводов. В целом объем выпуска составил сейчас 3,7 миллиарда, 2,4 – это за счет государственных средств, и еще 1,3 – это за счет средств частных компаний. Что удалось достичь? Вот такое важное направление, как производство осетровых. Да, не по всем направлениям получается, но вот именно по стерлиде мы сейчас видим, что запас сильно восстановился. Это отмечают рыбаки-любители и промышленники. И мы сейчас аккуратно предлагаем в этом году уже в определенных районах Волги стерлить открыть для любительского вылова. Значит, ну, понятно, с определенными ограничениями вылова и по орудиям лова. Как же любители фиксируют, что стерлинг стало больше, если лов запрещен? Они ловят, оно попадается, они вынуждены отпустить. Вот как. Владимир Владимирович, ну, в целом, рыбохозяйственный комплекс работает стабильно. Доклад окончен. Спасибо большое. У женщины, молодые девочки, студентки, должны быть сегодня ориентированы не на получение высшего образования, а на создание семьи, на рождение детей. Какая твоя позиция на этот вопрос? Она абсолютно однозначна. И в этом смысле я очень благодарна и рада тому, что Валентина Ивановна Матвиенко озвучила, да, что основной возраст деторождения для девушки должен, ну, как бы к 24 годам она должна уже родить. Мы должны начать наконец-то культивировать правильные ценности. Мы должны создавать вот эти образы и модели поведения, которые бы перевернули наше сознание. Да, это будет на 180 градусов нам нужно перевернуться сейчас. Не на 90, на 180 нам нужно перевернуться. Но мы, конечно, должны говориться о том, что это не значит, что женщина должна... Литва не суверенное государство. Но у Литвы есть сегодня решение. Оно стоит на поверхности. И не надо ничего строить и изобретать. И все литовцы, вот если президент бы Литвы сегодня стал суверенный, независимый и подумал о собственном народе, он бы вышел на телеэкран и сказал: уважаемые граждане, я о вас думаю. Мы завтра начинаем покупать электроэнергию у Беларуси. Коммунальные платежи станут ниже в разы. Мы открываем границу с Беларусью. Мы хотим торговать. Мы сегодня едем делегацией к Лукашенко и будем просить его вернуть грузы белорусские и российские в Клайпеду. Мы сказали американцам: нет войне, мы хотим быть суверенным государством, ни одного снаряда не должно идти на Украину. Завтра же должны быть переговоры о мире. И вся Литва бы аплодировала такому президенту. И это решение. И строить ничего не надо. Все было бы прекрасно. У них бы коммуналка была хорошая, у них бы цены бы упали, у них бы литовцы не захотели уезжать. Они бы в такой стране жить хотели. А последний бы шаг его был правильный.
он бы сказал: проводим референдум о вступлении в союзное государство Беларуси и России. И 90% литовцев, если бы там были честные выборы, которых не было с 91 года ни разу, уже бы проголосовали, чтобы вступить в союзное государство. И Литва бы в течение 30 лет, повторив путь белорусский быстрее, может быть, лет за 15, стала бы процветающим государством. А Клайпеда бы стала нормальным курортом. А сегодня все в Прибалтике страдают от того, что нет белорусов, россиян, потому что мы самые главные туристы были для них и в санатории, и, значит, на море, и везде. Потому что немцы поедут на Мальту и в Испанию, никто к ним не поедет. Это все сказка. Поэтому вот их путь. А атомную станцию никто построить не даст. Но надо еще один момент сказать, что посмотрите, какая ложь. Нас критиковали за строительство атомной электростанции. А в это время вся Европа мечтает сейчас строить. Так кто был прав? Мы были правы. Лукашенко был прав, который увидел перспективы атомной энергетики давным-давно. Просто вся разница между ними и нами, что мы по-настоящему суверенное государство. Читаю новость. Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки. Таких соглашений подписано много. Началось с Великобритании. Но в каждом соглашении есть определенная отсылка. В случае повторного конфликта с Россией Финляндия обещает в течение суток провести консультации. Ну, ладно, что ни одна страна реальных обязательств на себя не берет, но важно не это. В случае повторного конфликта с Россией. Посмотрите, какой клоун. Он, и когда его спрашивают насчет переговоров с Россией, говорит о том, что какие переговоры, с кем? С кем? С Россией? Нет, с Россией нельзя. Россия по закону запрещена. И в каждом соглашении пишут, в случае повторного конфликта с Россией. То есть, как минимум, предполагается в ближайшее время или не в ближайшее время, но либо подписать мирное соглашение, либо заморозить конфликт. Чтоб в случае продолжения и там дальше какие-то действия. То есть подразумевается все-таки, что какая-то заморозка или соглашение будут. При этом он категорически утверждает, что такого быть не может. Ну не клоун, а. Соціальні мережі для росіян – це як вікно або двері в пекло. Ну, в принципі, в пеклі вони і так живуть, але лише через них ми дізнаємося, що насправді відбувається за Парєбріком і на московських болотах. Неймовірне дзеркало. Здається, що російська пропаганда кожен день розповідає про одне, а як почнеш копати і дивитися, що самі росіяни викладають в соціальні мережі, як вони показують своє життя, як вони коментують все, що відбувається, диво даєшся, як вони не помічають цієї відмінності. Особисто я давним-давно переконалася, що їхні соціальні мережі треба не тільки вирізати і демонструвати і аналізувати в нашій програмі, а ще й, звісно, перекладати і тиражувати, показувати це як кунсткамеру на Заході. Одним словом, те, чим найбільше ми були здивовані, шоковані, і, здається, кожен раз, що вони не можуть пробити більшого дна, але ми заходимо в соціальні мережі, знаходимо росіян і розуміємо, ні, в цю гру вони можуть грати безкінечно. Короче, к 9 мая готовы. Ага. Купили такие пилоточки на 17-м, кому надо. И флажки, кстати, где мой флажок? А где мой флажок, Даша? Где флажок? Покажи, мать. И флажки купили. 50 рублей флажок всего лишь. Город Орск, Станиславского, 1А. Идет эвакуация людей. Вода очень стремительно прибывает. Жители следующего дома ждут своей очереди.
потому что уже не пройти, только на лодках. Почему мы сейчас должны за свои деньги восстанавливать дома, если есть виноваты? Примите тот факт, что вы, не конкретно вы, но вы же глава общества, примите, города. Что вы виноваты в этой ситуации, примите этот факт, пожалуйста. Скажите, да, простите нас, мы виноваты в этом, мы не доглядели, мы украли когда, давайте откровенно говорить, да? На этой даме заработали. Мой дедушка возил щебенку, я сегодня с ним разговаривал, он возил щебенку, когда строили эту дамбу. Стоял глава и показывал, видите, в другую сторону. Отстраивали себе дома, отстраивали дороги. Все знают, как воровали на этой дамбе. Все прекрасно, все знают, какая коррупция. Вода по крышу, и жить ему негде. На прознаменный стоит дом, полностью в воде. Куда ему идти теперь, скажите, пожалуйста, если есть люди, которые воровали, если есть виновные в этой ситуации, почему мы должны сейчас кланяться и просить, пожалуйста? Скажи, что на дамбе еще. Я просил ко мне кланяться, что ли? Нет, нет, да это не образно говоря, прямо на дамбе. Наша администрация, кто ответит за это? Мне. Мне уже трясет. Давайте, что называется, я же... Губернатор, а не следственный орган. Да? Ну, повлиять, и простите, не... на следственные органы. Вот. У меня конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, администрация виновата в том, что продолжает ситуация? Я... Виноваты ли? Вы как считаете? Виноваты ли вы, как губернатор? Виновата ли та ответственная группа, которая, да, следит вот за тем, чтобы там была целая... Вот вы виноваты в этой ситуации? Я считаю, что если происходит в любом случае, соответственно, какая-то ситуация, ну, конечно, виноваты все. Я не про людей говорю. Я не про людей говорю. Ну, конечно, но вы помните, когда я приехал в область? Или не помните? Я не строил дамбу. Я не строил дамбу. Мы же оказались в той ситуации, где оказались. И я оказался в той ситуации, в которой оказался. Понимаете, вы мне говорите, вот вы виноват. Конечно, виноват. Даже если я не строил, я, конечно, виноват как руководитель. Но еще раз говорю, ну вот, называется, так же, как и вы, ну я в той же ситуации нахожусь с точки зрения того, соответственно, вот имущество было, которое досталось, которое так строилось в свое время. Что я могу сказать? Вы знаете, что органы соответствующие дела все завели. Дела все, что называется, у меня почему-то нет никакого сомнения, что они, конечно, будут доведены до логического завершения. Но, ключевая история же не в этом сейчас. Ну, накажут человека. Нет сомнений, что накажут. Может, не одного, может, несколько. Это спасет ваше жилье в том же? Нет. Нам же с вами, мы же собрались для того, чтобы проблему решать, а не найти человека. Если... Есть причинно-следственная связь, правильно? Ну, еще, хорошо. Если тот, кто нарушил закон, он должен нести ответственность. Вот завтра человека посадят. Мы все успокоимся? У нас все вопросы сняты? Нет, мы не успокоимся. Ну, так я же про это говорю. Ну, давайте... После него, еще раз, подождите. Да. Вы же говорите про ситуацию, про факт. Давайте опять не будем перепрыгивать. Просто скажите, пожалуйста, вот вы, администрация виновата, вы скажите, примите этот факт, виновата ли власть? Первое. Все, хорошо. Еще хорошо. Раз, первое. Хорошо, если вы виноваты, еще почему раз, вы за свои деньги сейчас должны восстанавливать свои дома, если есть виновные конкретные? Пускай не возмещают ущерб. Всем будем. Сам, давайте, вот, что называется, будем все-таки говорить последовательно. Вот первое. Вы говорите про администрацию, про власть. Да. Но к этому ко всему, да, еще есть другие причины, о которых мы говорили в самом начале, если вы нас слушали внимательно. Мы говорили о стихии, мы говорили, соответственно, об особенности температуры, мы говорим о обильном таянии, мы говорим об исторически рекордных сбросах, да, на которые администрация не влияла. И если бы их не было, этого бы не было. Если бы администрация контролировала строительство дамбы, вы понимаете, и она была бы выполнена правильно, она бы выдержала этот набор воды. Вот, потому что вы понимаете, я говорю русскими языками, вы понимаете, но вы отвечаете, понимаете, вы размываете нам берега, вы не отвечаете конкретно. Во-первых, я, как мне кажется, отвечаю как раз конкретно. Это первое. А второе, вы видели, что через все эти дамбы идет вода сверху? Мы уже привлекли. Видели, нет? Замечательно. Вот если была дамба, соответственно, и сверху переливала, и она не разрушилась, кто был виноват? Тоже администрация? Нет.
Еще раз. Не было бы таких потерь. Я живу всю свою жизнь. Гидрогеолог, что ли? Я знаю, как от начала до конца, как строится, как идет эта дамба. Поймите, не было бы таких потерь. Да, затопило бы какую-то территорию. Мы же все это прекрасно понимаем. Но не снесло бы, понимаете, полгорода под водой. Не было бы такой ситуации. Она разрушилась. И это вина людей. Конкретно дамба – это неприродное явление. Это строительство людей. Есть люди, которые отвечают за это. Я требую. Нет, я требую, чтобы люди понесли ответственность. У меня нет сомнения, что люди понесут ответственность. Журналиста, вы можете рассказать, куда вы поплыли? На 44А. Куда еще раз? 44А. А там у вас что? В подъезд зашла вода, первый этаж. Вы людей поехали вызволять? Нет. Имущество холодильник, чтобы поднять стиральную машину. Ага, поняла. Спасибо. Понятно ли вам спустя целых 2 года цели СВО? Без комментариев. Скажу одно. Нет, непонятно, не понимаю, зачем это все. Я не понимаю цели, как, наверное, и все мы. Режим уже не может остановить их. Нет. Не изначально не было непонятно. Спустя 2 года ничего не изменилось для меня. Я понятия не имею, для чего мы продолжаем. Непонятно. Непонятны цели? Для чего тогда это продолжаем все спустя 2 года? Опасные ответы давать не будем. Какие-то мнения есть, но высказывать не буду. Ну, освободить Донбасс от нечисти. А вы не смотрите телевидение? Там же все прекрасно объяснили. Денацификация и и денацификация. І під сам кінець, друзі, звісно ж, нагадаю вам, наскільки важливо, аби ви не забули підписатися на YouTube-канал Курбанова Лайф і, звісно, лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Для того, аби і інші глядачі, і користувачі YouTube в якийсь момент, звісно, як і ви сьогодні, відчули підвищення тиску, ну і, звісно, зміну і покращення настрою. Так завжди буває, коли ви дивитесь наш огляд російської крінжатини. Не забувайте, для нас украй важливо поширювати голос правди, ну і, звісно, українські наративи. Тож ви тільки ви, наш глядач, можете нам в цьому допомогти. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!